Юнармейцы будут осваивать азы начальной военной подготовки, учиться ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь, а также нести вахту памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской работой и сохранением мемориалов. Мы считаем, что такая преемственность традиций действительно нужна и важна. Эти ребята, они по-настоящему патриоты Отечества, они будут... станут в какой-то момент на защиту Родины, ее интересов, культурных и духовных ценностей. В ряды российского движения школьников и юнармии вступили около 100 ребят. Не только из Курска, но и Курского, Октябрьского и Медвинского районов. И сегодня, вступая в ряды своей детской организации, вы, конечно, прежде всего должны понимать, жизнь станет интереснее, но все зависит только от вас. От вашего коллектива, от вашего желания делать полезные, добрые дела для других людей. С момента создания юнармия объединила уже более 1 миллиона детей и подростков по всей России.